Омские болельщики разыграли Кубок Фаната. Перед стартом первой игры в плей-офф в арене Омск прошел первый же турнир по настольному хоккею, организованный «Радио Сибирь» и хоккейным клубом «Авангард». Комментировал фанатский матч известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Продолжит Ольга Кочкурова. Спасибо, что пришли на хоккей. У нас сейчас по настольному канал. Обладатель голоса, известного всем российским любителям спорта, Дмитрий Губерниев. И хоть ему привычнее говорить о биатлоне, за многолетнюю карьеру не раз приходилось комментировать хоккейные матчи. А вот настольный хоккей, как первая любовь, вспоминает телеведущий, до сих пор проводит семейные чемпионаты и в этот раз не удержался. Я многократный чемпион сходни по настольному хоккею. Если бы только в мои времена была стига, мы играли всегда в классе. Настольный хоккей, поэтому я сейчас постоянно играю с ребенком. И чаще он у меня выигрывает. У нас проходят мощные турниры. Не удалось Дмитрию обыграть ведущего «Радио Сибирь» Павла Кочергина. О, сразу видно мастер, да. Молодец. Реванш. Но отыграться у Губерниева не получилось. Его окружили фанаты, а участники турнира продолжили борьбу. Две недели проходили отборочные игры в эфире «Радио Сибирь». Около 100 человек приняли участие, победители которых, собственно, и попали в сам турнир. Сегодня 8 финалистов сразятся в финальных играх за кубок, соответственно, и за абонемент на плей-офф. В итоге победителем стал Сергей Шутаев. Он получил абонемент на все матчи плей-офф 2017. Остальным участникам достались сувениры с символикой хоккейного клуба «Авангард» и «Радио Сибирь». Организаторы уверены, Кубок Фаната полюбится хоккейным болельщикам и в будущем будет традиционно открывать серию плей-офф в Омске. Ольга Кочкурова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.